Так, принимаю ставки на Шахтера. Или весь так, коэффициент 1 к 3. Эх вы, эх вы. Тотализаторы уже организовываете. Картошки так мало. Ну, кстати, у гадайки надо вот сделать. Я не знаю, как у гадайку делать. Вот в каком-то обновлении Live Studio было такое, что введена у гадайка. Но я не знаю, как ее ставить, блин. Тут нету функционали ничего. В магазин можно и потом сходить. А юности у тебя потом не будет. Тарас, спасибо за подписку. Вопрос сделаю. Ну давай. На Шахтера, блин, ребят, давайте успокойтесь. Я не хочу Шахтера шестого. А, погнали. Так. За мясника, да? За мясника, ребят. Так, все, тебе не спят. И простите меня. Это юность моя. Ты вообще спишь? Вообще сплю. Семьдесят на 30 в пользу мясника. Да? А, круто. Да, там есть еще этот опрос, ребят. Можете поучаствовать. Там опрос в виде папочки. Можете зайти. А мы уже пришли мстить. Не-не, Катач, не надо. Я все понимаю, я все понимаю. Эх, посмотрим. Посмотрим, сколько шахтеров, насколько хватит шахтеров. Это откуда появился? Ладно. Пошли отсюда. Поздравляю, Пупс, с возвращением в Last Day. Я в доте шаман. Не видишь, доктор? Точно шаман? Точно, ну хорошо, хорошо. Так. Так, окей. Сейчас откдешится. Я мейнер арка, 27 уровень. Блин, я ненавижу арков, если честно. Кто играет на арке, вы аквариумы гребаные, поняли? Блин, как я ненавидел на УДС против вас играть, а? Так.
О, вот это хорошие вещи. Даже вот это пойдет. Да, нет, ну это в плане из-за того, что да, арк лютый перс, согласен. Жесткий, жесткий перс. Так, ладно, что-то давайте что поставим. Или ты тут? Давай. А, ты подожди, у тебя уже все, песни же закончились. Окей, тогда сейчас поставлю что-нибудь такое. Так. Давай прован поставим. О, уже закончились, да? Ладно, тогда быстренько поставим сюда. Ладно, взаимно. Взаимно. Какой максимум левел? 209. Я получил драник, дискет, подпорт и заправка. Молодец. Да блин, как они учуяли? Ладно, давайте его добьем. Ты уже моды на скар собрал? Да. На ручку длинный стол. Ствол. Так, на каком саппорте тебе нравится играть? Мне на CM-ке на аппарате нравилось играть. Но потом я понял, что все, кто играет на керри, они хуже меня, короче. Ну, либо это через свое выросло, либо не знаю что. Но я начал презирать всех керри. И стал мидером, короче, после этого. Я начал мейнить ОД после этого. После того, как не ценили, как я играю на этом, на CM-ке и на аппарате. У меня потом порядок очень-очень испортилось. После этого, если что. Сначала мы обратно большим контейнером, думали, там будет прохладно, и мы сможем хранить всю еду. Но ночью там кто-то начал стучать и бить по крыше. А потом заревел. Никто так и не решился открыть ни один контейнер. Опа! А вот и предыстория, скорее всего, нашего любимого. Предыстория нашего шахтера, скорее всего. Так, game name. Last day on Earth Survival. А если ошибку сделать, что вообще руины идут? Да, вот я о чем и говорю. Мы флеймили друг на друга, понятное дело. Где-то я был неправ. О, Илья, спасибо тебе за корону, спасибо за... спасибо за сердечко, спасибо за подарочки. Так, хорошо, хорошо, Илья. Спасибо тебе огромное за поддержку. Вау. Давай тогда, Илья. Заказывай. Заказывай музычку. 27-е место? Нифига себе. Я никогда в топе, кстати, не был. Как вам закинуть деньги на Каспи? Там есть модеры, у которых есть номер моей карты. Модеры, можете написать номер Каспи, номер карты. Так, ставлю его. Вова, шататель его написал. Элдой не надоел? Нет. Нет, ребят. Элдоя не надоел. Так, этих убили, этих не обязательно. Фьюсти поставлю, да, поставил, давай. Понятно. Ну чё, давайте, ребят, давайте. Будет жестко, я думаю. Будет жестко. А, это эти? Ясно. О,
Окей, посмотрим, что там у нас. Миниганчик. Электроника. Ну, тут все по красоте. Тут все по красоте, ребят, если что. Так. Теперь погнали дальше. Я думаю, на всякий случай давайте лучше оденем полностью. Полную броню. Так, песня «Незабудка». Хорошо, сейчас поставлю. Так, все поставил. Серьезно? Третья гитара? Блин, ваш инвентарь полон. А, я могу. Ладно, сейчас давайте что-нибудь выкинем потом. Заберем третью гитару. Там тебя спрашивают, можно ли что? Можно ли Сбер или Тинькофф? Нет, к сожалению, нельзя, ребят. Вроде Тинькова и Сбера не идут в Казахстан переводы. Мясник! Мясник! Это хорошо. Мясничелло — это классно. А? Изи. Фух. Ну, два скара понадобилось, ребят. Нормально. Легчайшее для величайшего. Ой, ребят. Спасибо, ребят, за подписку. Спасибо за поддержку. Спасибо за подарочки. Спасибо, ребят, огромное за ПС. За все. Фух, жестко. Где там тот чел, который аккаунт ставил? Не знаю. Все пропало. Так. О, ну, кстати, можно сразу же одеть тот сет заново. Так. И забрать уже гитарку. Спасибо, Илья. Спасибо тебе огромное еще за золотой геймпад. Спасибо огромное тебе за поддержку. Так, ты один LDO стримишь, в Индонезии сообщества больше. Ну а что делать, ребят? В Индонезии знаете, сколько живет людей? Почти 300 миллионов. Ну, я понимаю, что все СНГ тоже примерно 300 миллионов. Но все равно. Даже не 300 миллионов. Наверное, где-то 250 только миллионов человек живет. Так. Не, ну Индонезия-то сама по себе же, она неоднородна, ребята. Там помимо Индонезии еще Малайзия рядом есть. Рядом есть Сингапур, рядом есть еще все. Там же, они же все рядышком там. Вся Южная Азия.
Там вместе у них как раз таки 300 миллионов, может даже больше. Так. Гитарка. 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 Гитар. Так, нет. Скорее всего, вот так надо поставить и все. Спасибо, Роналдо, тебе огромное за два подарочка. Спасибо огромное за поддержку. Блатвед, это очень важно. Я скоро получу 1000 крышек. Поскольку крутить? По 10, крути по 10. Я думаю, с этого сойдет тебе. Так, погнали дальше. Спасибо, спасибо, Роналдо, еще за много-много-много подарочков. Так, потихоньку, полегоньку. Хаба! Всем-всем привет, ребята, только присоединился. Так, Булат, у тебя только Каспий или еще есть куда можно перевести? Только Каспий пока что, ребят. Пока только Каспий. Так, так. Ай. Фух. Фух. Все, изи. Так, можно сразу тогда переодеваться тогда. Так, Булат, прочитай выше, там важно тебе пригодится. А что там случилось у тебя? Можно не трогать ЗСК возле автомата, Булат. А, ну, блин, что, уже потрогали, что? Уже все, уже поздно. Но на будущее спасибо, что сказал. Буду знать. Как быстро создать дрон? Надо ходить в лабораторию, ребят. В лаборатории надо жить. Надо работать, надо ее любить. И тогда, возможно, все у вас получится в этой жизни. Так, погнали. Так, песня Фрикс. Сейчас. Там не двигаются, интересно. Давайте на всякий случай спустимся. На всякий случай. Так, Фрикс. Так, мне идти спать? Да, тебе идти спать. Спите, спите, ребят, уже поздно. Уже, у меня уже час. У вас, наверное, там 11-12. Ну, 10, возможно. Эх, все, не успели. Ну ладно. Так, погнали, погнали сюда. Нет, вот это. Из какой области? Из Мангистауской? Ну, я же с города Ахтау, ребята, если что. Мангистауская область. Так. Я в транспортном хабе, ребят. Так, да, ну, с этой транспортный хаб залутал. А, молодец, Адиак, молодец. Лутай дальше. Мы тоже вот второй раз прошли сюда. Так, ты в Алматы, да? Молодец, молодец. Алматы большой город, я там был два раза. О, для АТВ. Для вездехода, кстати. Его, скорее всего, заберем. Блин, я забыл, что надо взять было это что-то из Генезиса. Блин. Есть что-нибудь из Генезиса, интересно? Защитник. Блин, он просто... Ладно, давайте защитника тогда возьмем хотя бы. Попробуем, по крайней мере. Как, что...
Видите, он медлительный очень. А не успевает так отхилиться. Ну ладно, в этот раз повезло, конечно. Ой-ой-ой, подожди, подождите. Все. Привет, прикинь, у меня три бака чопера. Ну, это нормально. Это нормально, что у вас три бака чопера, ребят. Что-то, что тут такого? А чё, а где третий? А, вот появился. Не запылился. Все. Так, привет, Булатик. Кушал. А, молодец, Лёва. Приятного тебе аппетита. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, что-то это не хочется особо брать. Так. Погнали, просканируем там, что есть. Погнали, просканируем, что там есть. Привет, привет всем, кто только присоединился. Сколько стримишь? Уже стримим 5 часов. 5 часов стримим. Так, ну вот это взял бы. Ну и думаю, все. Остальное пока хватает. У нас такая жара, это жесть, плюс 40 постоянно. Так у нас тоже всегда такое было. Сколько тебе максимум кидали монет? Сейчас скажу. У Грейвса вроде. Грейвс мне кинул 3800 монет за раз. Ну, не за раз, имеется в виду, ну, лебедями, кажется, по 600, но за один стрим 3800 скинул. Так, сюда. Пипец, в Румынии цены одна пицца до 1000 рублей. Жестко. Була, ты близко к Бинео? Нет, Бинео, оно же там находится, на границе с Атравской областью. Я-то вообще южнее же живу. Так что нет. Бинео даже и климат уже ближе к Атравскому. Так, чё так мало по 17 часов стримить, Булат? Не, я хочу, хочу, конечно. Я ж помню, на Ютубе я так же и стримил, 16 часов стримил, бывало. Вот, но, как видите, я тогда был чуть посвободнее, а сейчас, к сожалению, нет. К сожалению, сейчас работки много у меня. Привет, привет, Синий Череп. Привет всем, ребята, кто присоединился. Сканирование дает возможность выбрать по терминалу, в терминале, когда мы будем ключом вот этим открывать, какой ящик можно будет открыть. Так, я весь день спал, играл в Last Day. Ну, это ж круто. Хоть так и будет еще или уже все стрим? Уже все. Уже все, ребят. Так. Так, уже вот это можно скинуть. Можно вот это скинуть. Ну и в принципе все, кажется. Так, о, Фримен пришел. Илья, спасибо тебе огромное за духи TRT. Спасибо тебе за две розочки. Спасибо, ребят. Спасибо огромное за поддержку. Сегодня мы сколько там уже? 27 место, ребят. 27 место. Офигеть. Так, Каспи. Хорошо, сейчас. Сейчас, сейчас. А, ну еще ничего не пришло, я смотрю. Булат, включи песню, название «Голодный пес». Ну, 100 монеточек, ребят, 100 монеточек. Вау, спасибо. Спасибо за конфетти, Иля. Спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо огромное тебе. Можешь еще тогда две песенки поставить. Спасибо за суши-сет. Вкусно. Спасибо, Иля. Так. Опять у нас медицинские. Вот то, что нам нужно. Возможно, выпадет трансмиссия вездехода тут. И, конечно же, армейский. Но армейский я не возьму, наверное. Я лучше возьму вот этот. Потому что мы собираем вездеход. Так. Миниган не забудь забрать. А, да-да-да. Понял. Так. Ну, воздушный фильтр это хорошо. А то, что нет трансмиссии, это плохо. Ну ладно, хотя бы аккумуляторы и все остальное есть. Меня это уже радует. О, две шестеренки к тому же еще дали. Моторное масло дали. Рекомплекты, кстати, дали. Тоже давайте сразу их заберем тогда. Так, сейчас тогда домой быстренько и обратно.
Так, а если бы он бы не забрал миниган? Да не, миниган заберу, не переживайте. Я там тоже, я, кстати, не зашел в секретный грузовик, я не зашел. Трансмиссию дали? Нет, не дали. Но это, кстати, уже четвертый ящик, который мы открываем по трансмиссии. Ну, по вездеходу. И, к сожалению, трансмиссия не падает.